Итак, всем привет, други мои. Сегодня я вам расскажу о событиях своих последних. Приблизительно к концу лета, скоро уже через 3 или через 4 дня наступает август месяц, последний день лета. Вот я вам расскажу, что в конце лета, что у меня произошло в моей жизни. Значит, какие события интересные произошли в моей жизни. Ну, первое событие, оно немного негативное. Это то, что у меня сломался холодильник Liebherr. Немецкий холодильник Liebherr, у которого высота 1,97 м. Почти 2 метра у него высота у этого холодильника Liebherr. Значит, он наполовину сломался. Значит, что в нем сломалось? У него внизу морозильная камера, а вверху верхняя дверь. Это холодильная камера, где там плюс 15 градусов температура для продуктов, для всяких. Для яблок, там, для этих, для яиц, вот, для всяких бутылок с водой, вот там плюс 5 градусов. Вот именно вот это вот, где плюс 5 градусов, там сломалось вот это вот холодильное отделение. А морозильное отделение у этого холодильника, у немецкого Liebherr, осталось в рабочем состоянии. То есть оно до сих пор работает. Это морозильник работает, который внизу находится, нижняя дверца. Ну и что я так подумал, что я буду делать с этим холодильником? Ну, думаю, будет он также продолжать работать, только у него будет работать морозильник. А холодильное отделение, я его отключил кнопочкой, потому что оно не холодит, и оно сломано, сломалось оно. Значит, вот такой косяк с холодильником произошел. Вот у нас два холодильника Liebherr до этого было. Один высокий холодильник, почти двухметровый. Второй холодильник 1,86 м, тоже Liebherr. Такого оттенка желтоватого. Бежевого оттенка холодильник, бежевого цвета. Вот он у нас рабочий. Мы его покупали где-то 3 или 3,5 года назад. А вот этот вот холодильник, который сломался, вышел из строя, мы его покупали в 2004 году, то есть 19 лет назад. И что решил я сделать у себя? Решил купить новый холодильник от Samsung. Корейский холодильник Samsung купил я. Значит, высота у него 1,85 м, то есть он примерно как второй более новый холодильник Liebherr немецкий. У того 1,86 м, а у Samsung 1,85 м. Вот привезли его к нам, этот холодильник Samsung. Вы уже видели это видео, как его привезли. Я 4 видео выложил о привозе этого холодильника Samsung в мою квартиру. Значит, ну и вот переместим мы его в другую комнату. Не будет он у нас на кухне стоять, будет в другой комнате стоять. Не вот этой вот, а вот в соседней комнате будет стоять. Ну, вот на этом все. О холодильнике я заканчиваю свой рассказ. Теперь второй свой рассказ говорю о видеокарте, которую я сдал в ремонт. Эта видеокарта, значит, ее, наверное, так и не смогут отремонтировать. Вернут мне за нее деньги, 52 тысячи рублей. И что я намерен сделать с этими 52 тысячи рублей? Ну, намерен за 72 тысячи рублей купить видеокарту RTX 4070. То есть у меня сейчас в ремонт сдана видеокарта RTX 3070, а я более новую модель хочу купить, следующего поколения, 4000-го. Хочу купить видеокарту RTX 4070. Значит, сколько она будет стоить? Она будет стоить на 20 тысяч дороже, то есть она уже будет не 52 тысячи стоить, а 72 тысячи. Даже 73 практически тысячи. И вот что хорошо, у меня бонусы есть в этом магазине, в Ситилинке я ее буду покупать, эту видеокарту RTX 4070. Вот у меня в Ситилинке есть практически 2000 бонусов. Вот эти 2000 бонусов, у меня будет скидка, то есть я ее куплю не за 73 тысячи рублей, а за 71 тысячу рублей. То есть 19 тысяч я доплачу за эту видеокарту. Вот такие вот дела. Значит, видеокарту я куплю где-то в начале августа, когда мне деньги вернут за видеокарту в ремонте, за RTX 3070, которую не смогут отремонтировать.
Ну, значит, когда деньги вернут, тогда я ее и куплю в Ситилинке. Так, ну а на этом я свое видео завершаю. Рассказал я вам о холодильниках, рассказал я о видеокарте, об RTX 3070 и RTX 4070. Рассказал о двух видеокартах. На этом я свое видео завершаю. Ставьте ваш королевский лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо, всем гудбай. До новых встреч на моем канале. Всем пока.